Сегодня мы покажем аккумуляторный пылесос Makita DVC750LZ. В комплектацию входит гибкий шланг, две насадки, инструкция по эксплуатации. Пылесос сочетает в себе удобство использования и эффективность. Его можно использовать как для сухой, так и для влажной уборки. Конструкция пылесоса обеспечивает легкую транспортировку и хранение. Все детали закреплены на корпусе пылесоса. Пылесос имеет мощный бесщеточный двигатель с защитой от перегрузок и перелива всасываемой жидкости. Имеет два режима мощности. Максимальное давление 67 гектопаскаль. Максимальный объем воздуха 1,6 кубических метров в минуту. Оснащен воздушным фильтром высокой эффективности, который можно мыть. Пылесборник вмещает 7,5 литров пыли и 4,5 литра воды. Его легко очищать. Пылесос предназначен для сбора пыли класса L. Пылесос имеет в комплекте две насадки – широкую и узкую для очистки щелей. Пылесос можно использовать как воздуходувку. Аккумуляторный блок оборудован под батарею типа LXT 18 вольт. Защищен от токовых перегрузок. Продолжительность работы двигателя зависит от емкости установленного аккумулятора и составляет от 15 минут до часа. Пылесос произведен в Китае.